Студенческим семьям в Удмуртии будут выплачивать по 100 тысяч рублей при рождении ребенка. Помощь предусмотрена для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Удмуртии. В Ижевске началась подготовка к следующему отопительному сезону. Сети будут проверять теплом. Мероприятия начнутся 23 апреля. Также впервые все городские коммуникации проверят с вертолета с помощью тепловизионной аэрофотосъемки. На Славянском шоссе в Ижевске под колесами автомобиля погиб пешеход. Трагедия произошла в ночь на четверг. Водитель ВАЗа сбил на проезжей части 50-летнего мужчину. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. В Ижевске с начала года сгорело 23 пластиковых мусорных бака. Только за минувшие сутки огонь уничтожил 5 мульт. Представители регоператора предположили, что причиной произошедшего стали поджоги и призвали бережнее относиться к контейнерам.